Привет, дорогие друзья, сейчас в Бенги Микрофт, ну и сегодня я покажу, как можно взломать Virtual Droid на монеты и на кристаллы. Для начала нам нужен сам Virtual Droid версии 52, 5.2, ссылка будет на него в описании. Дальше нам нужен потом Parallel Space, который тоже будет по ссылке в описании. Установить его будет легко, надеюсь, никому это не займет проблем. Вот, как вы все установили, мы заходим в Parallel Space. И добавляем сюда Virtual Droid. Сейчас. Так, сейчас это берем. И мы добавляем Virtual Droid. Как добавили, мы запускаем любой Game Guardian, потому что особенно никакой GG как бы не палит. Можете любой. Я, например, буду использовать GG of Emotes. И мы заходим в сам Virtual Droid. Только зашли, разрешаем, что сам хватит делать. Особенно это не помешает, если вы разрешите, допустим, контактом, ничего не будет, и сам все проверил. Ну так, что мы делаем дальше? Ждем, когда запустится сам Virtual Droid. Так. Вот, допустим, я сейчас выберу русский. Так, сейчас я зайду в свой аккаунт, и мы продолжим. Зашел в свой аккаунт, что нам нужно сделать, найти магазин. Как видите, я немножко взламывала, сейчас взламывала на дополнение. И сейчас покажу, что там дополнение есть, и покажу, что я реально взламывал, это не монтаж. Ладно, давайте я, конечно же, все покажу, не буду сильно затягивать. Допустим, мы хотим, допустим, купить этого Киро, допустим, такую штучку. Ну, как купить легендарный свет. А что же мы делаем? Мы сначала выбираем процесс в Virtual Droid, дальше мы ищем и вводим. Так. Допустим, 450, он стоит 450, пишем. 450. Ну, поиск. Дворд. Так, после того, как мы нашли, мы заходим в изменить и делаем минус и изменяем, допустим, на то, что, не знаю, на что можем изменить. Допустим, давайте изменим на 1000. Не знаю, может, у меня не получится. Давайте, допустим, да. Изменил на 1000 и покупаем. И, как видите, у меня немножечко прибавились кристаллы. Как видите, данный способ рабочий. Также можно купить даже дорогие. Давайте, допустим, теперь сломаем на монеты. Давайте, допустим, такого челика купим. Мы заходим опять же, ищем цену, пишем 750 вроде стоит. Так, сейчас. Пишем 750, новый поиск Dwarf. Так, что же мы делаем дальше? Мы заходим в отсев. Вот тут мы заходим в изменить. И, допустим, опять же, давайте на 1000 изменим. Изменили, покупаем. И, как видите, нам прибавились монеты. Как видите, все работает, все были на ваших глазах. Ну что ж, если вам понравился этот видео, тогда обязательно ставь лайк и подписывайся. Ну а также, возможно, завтра я покажу, как можно разблокировать все скины. Абсолютно есть такой баг на версии 5.2. Возможно, все знают уже этот баг, потому что, ну, вроде уже про него снимали. Но я хочу показать, что именно я хочу вам показать. И хочу уже подробно объяснить, потому что у некоторых просто не получалось. И я попробую вам все хорошо объяснить. И покажу уже, как нормально разблокировать скины. Ну а с вами был Бенги Микрофт ТВ. Подписывайтесь, ставь лайки. Ну всем удачи и всем пока-пока.